Всем здравствуйте, и я вас всех приветствую на своем канале Юлии Ивановой. Кто еще не со мной? Если понравится, присоединяйтесь к нашей компании. И как обещала, покажу вам сейчас, как расцвели мои две орхидеи. Смотрите, вот такая красота расцвела. Вот эта орхидея сейчас кажется такая прям розовенькая, как малиновая. Ну вот это она на солнце, даже не солнце, а на солнце она еще более малиновая. Но если я вот так вот сделаю тень, то она превращается в бордовую. Вообще ее цвет примерно вот такой. Смотрите, какая красавица. Губа у нее какая красивая. Вот такая она. Вот на фотографиях фокус лучше ловит. На видео почему-то не так. Ну вот такая красотка. Мне она очень нравится. И вот эта моя уже расцвела в третий раз дома. Цветочки вот такого размера, смотрите, по сравнению с рукой. По 9 сантиметров они. Это 8 сантиметров. Вот такая красотка. 9 бутончиков на этой орхидее. На этой всего 2. И вот здесь, я насколько понимаю, похоже на детку. Буду надеяться, что эта детка у нее растет. Было похоже сначала на бутончик, но потом я смотрю, как-то то ли переродилась, то ли что непонятное произошло, и вроде как это детка. Такая неженка. Очень нежная орхидея. И тоже в этот раз она расцвела по-другому. У нее стали вот видны, вот видите, в прожилочках таких она вся. Как венозные прожилочки у нее стали видны. Была просто розово-сиреневая, как обычный солинос. Сейчас это похоже даже не солинос. Кто знает, подскажите. Вот видите, какая она. Вот такие у меня новости. Тут губа такая в крапушку вся интересная. Ну красивая. Прям красотка. Тут у нее вот губа похожа как панда. Кто думает, кто определится с названием, напишите, пожалуйста. Мне прям интересно. Вдруг это сортовая у меня какая-то орхидея. Ну, если даже и нет, она мне очень нравится. И здесь у меня, вот мы с вами делили орхидею. Получается, вот эта макушка. У нее новый листочек растет. Уже прям такой хорошенький. Корней очень много наросло. Вон, смотрите, в горшке. Вот сейчас видно четко прям. Очень много корней со всех сторон понарастали. А это ее детка. Вот сколько ей? 3 или 3,5 месяца. У нее новый листочек полез. Получается 1, 2, 3. Это 4-й лист уже. Корешков там еще никаких не видно. Но листочки растут хорошо. Я так понимаю, наверное, она не торопится корни растить, потому что у нее маманька-то шикарная осталась. 2 листа. Мы когда пересаживали, я оставила 2 листа, когда делили. Там все шикарно. Корни. Все прям в корнях тоже заросшие. Так что я думаю, она пользуется всеми этими корнями, а свои пока ей не нужны. Я не знаю, возможно, в будущем
Просто вот эти листочки она съест и сама завладеет этими корнями, и все. Может так получится. У этой орхидеи тоже листочек вот прям хорошо так растет. Это которая у меня с грибами, которая любит наращивать грибы. Вот сейчас она у меня полита уже давненько. Смотрите, грибы, когда долго не поливаешь, они высыхают. Но стоит только ее полить. С этой стороны не видно. Стоит только ее полить, все, они по новой вылазят. И чувствует она себя прекрасно с этими грибами. Так. Тут у этого слоника тоже новый лист. Я жду цвет все от Амадеуса, от этого. Но он у меня все жиреет и жиреет, жиреет и жиреет. Поставила его в уголочек сюда, чтобы никто его не трогал. Корни там как канаты. Вот сейчас у меня орхидеи не политые. Видите, уже вот светлые корни. Уже можно поливать. Это для тех, кто только начал заниматься орхидеями и в закрытой системе. Вот у меня там совершенно никакой воды нет. Корни все вот так светлеют. Ну, можно не дожидаться этого момента. Я просто выходной день сегодня, до этого 4 дня работала. Там, короче, из-за работы получается у меня не всегда на них внимание обращать. Но они себя чувствуют прекрасно вот при таких даже корнях в закрытой системе. Может быть, в обычной системе уже бы это было плохо для них, пересыхали бы. Но тут нет, вот новые, смотрю, прирост идет, все прекрасно, вон все прям новые корешки, все растут. У этой тоже стоит сейчас брызнуть, все, они все позеленеют. Вот кончики у нее не растущие. Когда только польешь, все, они сразу раскукливаются, начинают увеличиваться, пребывать в росте. Она и с той стороны красивая. И у нее, вот смотрите, у этой орхидеи просто ствол зелененький, а у этой, видите, крапушки здесь даже есть. То есть пока не распустил. У кого вот первый раз расцветает орхидея, это я уже по своим поняла. Как узнать, будет ли она в крапинку или будет однотонная? Если бутоны вот в крапинку, то это уже явно в крапинку. Но поначалу, когда они еще маленькие, вот по этим пятнышкам можно уже определить, будет крап на орхидеи или нет. Это вот уже мои личные наблюдения. Так, покажу вам еще раз свою красотку. Вот такая вот она у меня. Вот так они рядышком смотрятся красиво. Прям гармонично. Две красотки. Ну все, на этой ноте будем прощаться. Показала своих красавиц. Я очень довольна. Конечно, ждала в это лето уже цветение. Вот это, по-моему, у меня бордовая, темная должна быть. Какая-то должна быть такая тоже темная, прям бордовый краб. Ну вот какая из них, не знаю. Это когда покупала, были маленькие крайние вот эти подсохшие бутончики, по ним видно было, какой цвет. Ну и все. До скорых встреч. Надолго прощаться не будем. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, наблюдайте за моим каналом, за новыми видео. У меня не только орхидеи. Заходите в плейлисты, смотрите. Готовка. Мои питомцы есть. И, конечно, орхидеи. Есть просто цветы.
Какие у кого возникнут вопросы, обязательно задавайте, отвечу. Или сделаю просто отдельное видео, разобрав ваши вопросы. Все, пока-пока. До скорых встреч.